много юмора и дичи, и гостей там новых много, приключений и песни. Это хвост дракона, наш рослый, полурослый, кончесалец, гордый хоббит. Он каплю сумасшедший, он без башни, каждый образ, все безумнее другого. Лёша Толстокоров тоже милый, а бояшка, он серьезный, но он няшка. Самый адекватный, он за мир на всей планете, ты не зли его, ты так ли. Все вселенные под властью. Нужно с нами вместе Бог послается в каждый. Если доживет он до конца, конечно, вряд ли. Нужно с нами. Приветствую тебя, путешественник! Добро пожаловать в мир игрового шоу «Хвост дракона». В его основе известная настольно-ролевая игра «Подземелья и драконы», которую мы щедро приправили юмором и музыкой. Команду отважных, а может и не очень героев, ждет увлекательное приключение под строгим надзором всемогущего мастера. В пути их будут ждать различные задания и опасности, справиться с которыми помогут смекалка, фантазия и кубики. В шоу принимают участие актеры театра и кино, артисты мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга. Они примеряют на себя образы известных персонажей, частенько в абсолютно новой интерпретации. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поехали! Круэл Дебиль. Основатель рода Дебиль, позже известный как Де Виль, и обладатель самого большого пятнистого приюта для собак. Боготворит своих ненаглядных питомцев и, честно говоря, сам мечтал получить способность превращаться в далматинца. Годы напролет он искал формулу перевоплощения и даже ставил опыты над самим собой. В конце концов, его эксперимент вышел из-под контроля, и он перестал контролировать свой разум. Добро пожаловать на наше шоу! Заходи скорее к нам! Этот мир прекрасен, ты увидишь и сам. Он рядом, просто прячется от взгляда. Мы рады здесь непрошенным гостям. Улыбайтесь, не стесняйтесь. Наши правила просты. В микромире сбудутся любые мечты. Замечу, наши грани бесконечны. Тем легче отыскать, что хочешь ты. Кто был на спектакле, можно подпевать. Это микромир, тут сотни красок. Можешь ты найти в нем все и сразу. Радость и печаль, танго и джаз. Некогда скучать, все для вас. Яркий хоровод в танце закружит. Каждый тут найдет, что ему нужно. Делай же смелей, выбор любой. Ты в кругу друзей, будь собой. Ты не знаешь наперед, какое приключение тебя дальше ждет? Опасно свои сдерживать соблазны, не глядя, прыгни в их водоворот. Не могу, хочется танцевать. Это микромир, тут сотни красок. Можешь ты найти в нем все и сразу. Радость и печаль, танго и джаз. Некогда скучать, все для вас. Яркий хоровод в танце закружит. Каждый тут найдет, что ему нужно. Делай же смелей, выбор любой. Ты в кругу друзей, будь собой. Ну что вам сказать, наш хвост дракона тоже маленький микромир, который создается буквально на ваших глазах. А тем не менее, мы очень рады вас видеть на нашем шоу.
хорошего вечера, приятного просмотра, широких улыбок и разрывных животов. Это микромир, тут сотни красок, можешь ты найти в нем все и сразу. Радость и печаль, танго и джаз, некогда скучать, все для вас. Яркий хоровод в танце закружит, каждый тут найдет, что ему нужно. Дело же смелей, выбор любой, ты в кругу друзей. Джеки Воробей. Пиратка, дочка знаменитого капитана Джека Воробья и несравненной Анжелики, дочери Черной Бороды, отправилась в долгое увлекательное плавание, но так как опытной морячкой не была, то на следующий же день, увы, потерпела крушение. Уильям Тернер, капитан летучего голландца, вовремя оказавшийся рядом, спас ее и превратил в амфибию. С тех пор прошло много времени, но она не оставляет попыток найти способ вновь стать человеком. Мой крылатый дредноут уходит в глухую ночь. Лишь сияние Эльма нещадно рвет темноту. Все трусы, штатские крысы давно разбежались прочь. Остальные со мной и бесстрашно стоят на посту. Даже если взорвать весь душевный боезапас, пробить пространство и время, мне не вернуться туда, куда все смотрит мой странный упрямый компас, где по тонкому льду все бегут дней двоих поезда. Ночной невидимый воздух на жестком дремлет крыле, и льется северное сияние кильватером в пустоту. Я закован в его полотне, словно в плавящемся стекле, а радио ловит лишь только-только твою чистоту. Но ты все же поглядывай на горизонт никогда. Я пришлю тебе весточку с белым почтовым китом. Здесь гонды бьются аж девять, темны солоны, как вода. И пою свою песню за крепким железным бортом. Фроло. Священник, сброшенный горбуном Квазимода с собора Нотр-Дам, попал в ад за грехи свои тяжкие, коих не признает по сей день. Так как пользовался дурной славой при жизни, он привлек внимание самого Люцифера, присягнул ему на верность и стал наполовину демоном. С тех пор его жизнь — это странствие по миру и распространение хаоса во имя темных сил. Наш мир — это фарс, где под маской лицемерья таясь тикает равнодушная мразь. Все, что дорого вам было, все в жизни игра, и долги вернуть настала пора. Высоко взовьется пламя костра, пламя мести справедливой. Расплата грядет так неумолимо. Рулетка судьбы ускоряет ход. Берегитесь от порога, некуда бежать. Ваши души опалит преисподний жар. Не просите помощи Бога, глуп Господь к мольбам. Грозный призрак с самкой лит, в двери стучится к вам. Любовный дурман, незатейливый и пошлый обман, и растают на заре, как туман, уверенья и клятвы. А мне все равно, ведь доступных женщин всюду полно. За вами давно гнев и ярость моя. Я ждал 20 лет, и настало время.
для вас на земле я устрою ад. Берегитесь от порога, нет назад пути. Ваши души опалит преисподний жар. На колени встать перед Богом, мой спешите храм. Грозный призрак замка и в двери стучится к вам. Так падите ниц, кары небесной пробил час. Пусть несутся ввысь ваши страдания и оправдания. Нет оправданий для вас. Берегитесь от порога, создал я его. От возмездия уйти нет шанса ни у кого. Не просите помощи у Бога, он к вам глух и нем. Наступает страшный суд, вас молитвы не спасут. Нет прощения вам, аминь. Гастон, охотник, безуспешно сражавшийся с чудовищем, получивший укус во время схватки. После падения с башни вместо безвременной смерти он вдруг обнаружил, что не только остался жив, но и получил уникальную способность обращаться в чудовище. Тут-то все и переменилось. Осознав, что обрел звериную силу и возможность творить все, что захочет, его аппетит перестал знать границы. Он возжелал еще большего могущества, и с тех пор вся его жизнь — это поиск способа его достичь. Не покажу тебе все то, что есть во мне, но жаль душе моей не под контролем. Ты от меня беги, ведь стану зомби. По телу ярость разорвется с кровью. Царапины везде, в коридоре, на стене. Но жаль душе все не под контролем. А ярость уж во мне, в моем сердце, в голове. Прошу скорее избавь меня от боли. Где конец? Я чувствую внутри, как ярость зло кипит. Признаться сложно, но я словно монстр. Хочу убить себя, кошмар мой начался. Признаться сложно, но я словно монстр. Я чувствую монстра. Я чувствую монстра. Хочу все сохранить, чтоб дальше просто жить. Но жаль душе, все не под контролем. Свободу он найдет, всех на части разорвет. Прошу скорее избавь меня от боли. Где конец? Я чувствую внутри, как ярость зло скипит. Признаться сложно, но я словно монстр. Хочу убить себя, кошмар бы начался. Признаться сложно, но я словно монстр. Я чувствую монстра. Я чувствую монстра. Вот несколько основных правил, которым подчиняется мир Хвоста Дракона. Игроки берут на себя роль определенного персонажа и принимают решения в различных ситуациях, с которыми столкнутся во время приключения. Путь для них прокладывает великий и ужасный игровой мастер. Игроки могут поступать, как им захочется. Их ограничивает только фантазия. В этом мире возможно все. Совершая действие, наши гости кидают определенный кубик и прибавляют к нему значение своих характеристик. Если результат выше сложности, заранее установленной мастером, то действие считается успешным. Иначе героям остается лишь молиться богам. Короче, welcome to hell, господа! Сегодня наше приключение начинается в таверне «Старая Зеландия». Команда наших авантюристов, которые уже достаточно много пережили вместе, после очередного приключения решили отдохнуть здесь. В достаточно грязной зале портовой таверны сидит несколько десятков человек, большинство из которых моряки. Хозяин протирает по десятому разу одну и ту же кружку, создавая вид бурной деятельности. Девушки-разносчицы снуют между столиками. За одним из них расположилась и наша веселая компания. После второй кружечки дрянного местного пива
наши героические герои совершенно случайно слышат разговор двух матросов в таверне. Эй, Бим, ты слышал, что обещал нам капитан? Ну, и? Он обещал, что у нас следующий поход будет на тот самый остров. Тот самый? Да, да, именно тот. Тот, где исполняются желания. Одно желание каждому — это действительно повод рискнуть жизнью. Тут вы слышите сильный грохот. Это один из подвыпивших матросов не смог справиться с качкой и сильно толкнул разносчицу. Она с громким звуком роняет все, что несла в руках, а это ни много ни мало 6 полных кружек. Я подскальзываюсь на венце на полу, скольжу, вот так как ласточка, скольжу к этим пьяным мужикам. Так падаю, такая, какая неловкая. Как дела, ребятки? Че, вот куда вы отправляетесь в плавание, я их спрашиваю. Тебе необходимо кинуть 20-гранник на так. Навык выступления. На снавка. 16. 16 плюс твоя харизма — это 18. Поздравляю, это успех. Ты успешно упала на их стол и привлекла внимание. Извините, пожалуйста. И чего? О, молодая леди. Буль-буль. Аккуратней, помогают они встать. Какие вы очаровательные юноши, хочу я вам сказать. Пьяненькие такие, веселенькие. О, отдельно спасибо за юношей. Да. Куда отправляетесь, пупсики? Ну так на четырехстихийный остров. Куда? Какой? Будьте здоровы. Какой? Я просто очень выпила много, я не поняла, куда-куда? Я тоже. На четырехстихийный остров. Четырехстихийный остров. Далеко туда плыть, да, наверное? Грустно вам будет. Да, да, не близко. Да. У меня просто есть такая веселая, замечательная компания очаровательных мужчин. У нас есть лапки и яйца. Какой набор, какой набор! Может быть, мы отправимся с вами на четырехстихийный остров? Будь здорова. Благодарю. А кто же ваш капитан? Капитан наш... Джек Ласточка. Чё, не слышали? Так, а я Джек и Воробей. Какое совпадение, мы же замечательная пара. Где он? Где он находится просто? А, ну так он сейчас на своем корабле «Белая жемчужина». Совпадение, не думаю. Не думаю. Мы выходим из таверны и смотрим по сторонам в поисках такой маленькой вещицы, как корабль. Подождите, а мы команда, мы типа заодно, да? А стой, подожди. И вот... Ребят, я после этого перестал доверять этой женщине. Вы выходите из таверны и видите перед собой эту прекрасную местность. Рядом, буквально на ближайшем пирсе, стоит большой-большой красивый корабль, на борту которого написано «Белая жемчужина». Вот, нашли. Спасибо, ребята, игра закончена, вы нашли белую жемчужину, да? Давайте попробуем зайти в нее. Давайте, давайте. Подходим. Мы пытаемся подойти к кораблю и зайти на него. У нас нету денег. Вы подходите к кораблю и видите, что на его борту вахту несут несколько матросов. Я подхожу к матросам. И... И кадила мы. Нет, нигде не кадила мы. Ты что, нас так не пустят? Так. Мы хотим к вам на корабль. А ты оригинален. Куда вы хотите? На корабль. На корабль? А зачем вам на корабль? Осветить его. Ну, он и так, солнце осветило наш корабль уже. Кадилом. Кадилом? Верите ли вы, Господа нашего? Оно же горящее. Зачем деревянный корабль освещать? Ой, вы ничего не понимаете. Священным огнем осветить, чтобы ваш корабль ни один шторм не брал. Чтобы ветер был всегда только попутный и нес вас только туда, куда вам нужно. Чтобы капитан платил вам вовремя жалование. Необходимо накинуть... На убеждение. Накинуть пару сотен, ребята. Так. Без преимущества, нет, не получилось? Нет. Чтобы рому было просто немерено. А вот теперь можно. Вот. Ты прям бог. Три и что? Прям как и я. Шесть. Но ты больше, чем я. Ром, дело хорошее, конечно. Иди к ты лесу. Но наш корабль освящен самим папой. Моим? Не твоим, самим.
Так закончилось уже время действия. Вы не знали? Вам же выдают сертификат там. ПТС там или что там, ну как называется? Да ну что происходит, о чем речь? Такие вопросы решает в любом случае только капитан. А мы к нему? Он святой мент какой-то. А что это вы к нему? Вы же сказали, что осветить корабль. Ну так капитан же, такие вопросы решает капитан. Скажи, что я его сестра. Она его сестра. Я Лена Воробей, Джеки Воробей. Джеки Воробей. А вот сейчас необходимо кинуть обман. 14. Капитану пройти так и быть можно. Всем? Всем же, да? Ну, естественно. Да, всем. Конечно. Конечно. Так, мы встречаем капитана. Вы все проходите на корабль, угу. И один из матросов отводит вас в каюту капитана. Угу. Она достаточно большая, просторная и светлая. А я, можно я кое-что, у меня есть ошейник, чтобы подчинять? Так. Вот, и я... Почему ты на меня смотришь? Нет, ну я просто, знаешь, как это, все-таки брат, сестра, да? У меня же предмет на убеждение. Да. Так. Ну, а можно я ошейник заюзаю? Я на него накину ошейник. Подожди, вот так вот мы сходу открываем дверь капитану, и ты на него накидываешь ошейник. Ну, да. Настолько мы отбитые. Сомнительные действия. Давай я пролью венцо и опять проскользну. У меня интеллект минус один, мне можно. Я сейчас буду Бояриным из прошлого. Давай топором зарубим. Давай я его держу, а ты ошейник надеваешь. Все, что есть. Поставь его на колени. Но для начала необходимо Гастону кинуть проверку силы. Держи крепче, братан. 20-гранник. Мы все-таки крадем этот корабль. Давай, проверяем. Мне это нравится. Так, а вы не думали о чем? Не вышло, да. А вы не думали? Я же говорю, ртом. В следующий раз. Я к нему подхожу. Судя по всему, так как я выгляжу, непонятно, мужчина я или женщина. И просто говорю, это тебе подарок от нашего народца. Нашего долматинистого народца. И надеваю ему ошейник. Все. Хорошо. Но для этого придется спеть песню. Ну, давай споем. Если б с неба шел в ответ звук, он бы лился из ее губ. Как всегда воскресный свеж яд, он гнетет, но точит наш взгляд. Сроду грешный, ты верно знаешь, не заслужишь свет, хоть как молись. Они велят, молитесь в спальне, но мне не нужен один край. С тобою за руки, за край, я же грешник. Мне интересно, повели, исцели, аминь, 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 аминь. Веди меня в храм, я приду, как верный пес, на алтарь твоей лжи. Я признаюсь в грехах, а ты заточишь ножи. Дай мне эту вечность, Бог мой. Я отдам тебе жизнь, веди меня в храм, и я приду, как верный пес, на алтарь твоей лжи. Я признаюсь в грехах, а ты заточишь ножи. Дай мне эту вечность, Бог мой, я отдам тебе жизнь. Браво! Капитан очень сильно отвлекся на песню и даже не заметил, что ему на шею надели ошейник. Чпуньк! Поздравляю, теперь капитан подчиняется тебе. Корабль наш! Ну, это все... так работает? То есть, подожди, ошейник у тебя что делает? Он просто... Смотри, это примерно как в метро. Я подхожу, короче, захожу в главную вот эту, ага. Где сидит этот, надеваю ошейник, и мы едем в Бутово. Домой! Ага. И с кольцевой просто буквально такой, ну ладно, поехали. Вот. Домой ко мне. Ну и все, чего? Он наш. Корабль наш. А команда у нас есть? Команда есть? Капитан раздевается. Что? Что? Подожди, что? Это он начинает медленно раздеваться. Что? Нет! 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 Не надо! Он остается в черных кожаных стрингах хотя бы. Остается. Спасибо. А то есть они на нем были? Были. Они из его кожи. Господи. Пусть капитан немедленно прикажет отправляться. А, ну хорошо. Мы едем в Майами! Нет, капитан. А не надо проверить, корабль стоит просто так, либо он на ремонте? Может быть, он на ремонте? У нас умный человек в пати!
А то вы сейчас от переката ее подонем. У него мудрость. Я даже при этом догадался, мудрость минус один. Он, ребят. Ну, наверное, в любом случае, капитан-то в курсе. Ну да. Ага, товарищ. Мужик, братан. Товарищ капитан. Сладкий. Тебя как зовут? Джек. А, точно. Ласточка. Ласточка. Моя ты птичка. Твоя. Сейчас, короче, шоу будет 18+. Мы случайно, твой корабль не стоит, белый жемчужина, на ремонте? Нет, нет, нет. Он целый? Только надо погрузить ром и... А, погрузим. Не, без рома мы не поплывем, я согласен. Слушай, можешь пацанам своим сказать, да, быстрее, да? Говорит, давай быстрее, Ром, грузи, да? Конечно, говорит, господин. Да, конечно, погнали. А он может представить нас он как новую команду, чтобы мы этим командовали? Мы его командуем. Да-да-да. Все, приказал, да? Через несколько минут он возвращается. Да, отлично. Слушай, и вот ну так чисто, короче, можешь, пожалуйста, нас представить команде, что вот... Главный мы теперь. А он говорит, он... Да-да, мы главные, вот он боцман, потому что у него яйца. Ты... А я рулевой, наверное, потому что у меня компас. Да, да, ну блин, с Джеком далеко уедешь, да. Ну ладно, допустим. И подзорная труба. Женщина с трубой и компасом. Видимо, команда очень интересная. Она рулевой. Это, ну это батюшка. Отец просто. Отец. Это батя, батя. Просто чисто батя. Вот. А я главная чеколя корабля. I'm so sorry. Вторая главная чекуха корабля. Чекуха. Чекуха, это короче такой чекуль. Чекушка. Это же полурослик, но ты чекушка. Он говорит, она чека, я чекушка. Чекуль и чекуль. Так, а что, опять на вечеринку? Вы идете вместе с капитаном на мостик, где он слово в слово повторяет то же самое на своей команде. А это чекушка, да. А он при этом в стрингах? Да, конечно, да! Все еще не он один. Же их звал уже, получается. Ты представляешь? Он в стрингах и в ошейнике. Представляешь? Выходит в своей команде. Короче, скорее, да. Ром, и мы это отплываем. Это чекуля. Корабль «Белая жемчужина» отправился в свое замечательное плавание к четырехстихийному острову. Вы несколько дней уже находитесь в пути. Хотите ли вы что-то сделать? У меня есть удача. Я могу забрать удачу у... Ну нет, это не у кого? Работает. У моря? Может, посмотрим ветра? В позорную трубу. Да! Я смотрю в позорную трубу. Чтобы посмотреть, куда плыть. Дай трубу позорную свою. Ты просто знаешь, куда плыть, капитан. Я беру. Другая сторона. А рулевой, да? Да. Вот. Что-то далековато. И гляжу в нее. Но для этого надо спеть песню. Мамочка. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. По такому случаю с ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо, в никаком году. И на горизонте ты видишь остров, действительно. Просто тот самый, про который ты пела. Остров. Там тепло. Но очевидно. Кроме этого, вы начинаете слышать что-то странное. Что? Что-то вокруг явно не так. Я слышу Егорова. На нас напала эпидемия! Все мужчины на корабле становятся очарованы. Их глаза стекленеют. Подожди, ты трансгендер, нет. Очнись. Ты со мной. Вы пока. А я наполовину. Он уже все. Они начинают медленно идти к борту корабля. Я одной ногой прихожу. И чего? Они идут?
они все идут и... Ребята! Женька! И не останавливаются. Я понимаю прекрасно. Ага, они очарованы. У меня способность песни очарования. Это означает, что ты можешь попробовать очаровать их сама. Забатлиться? Забатлиться с русалками? Против Егорова? Дельфины, русалка. Бесполезно. Бесполезно. И что мне делать? Ну, песня очарования, давай, погнали. Ты вычислил, знаю эту песню. Мои слабости распознал мои... Да, это она? S-O-S-O, крылья вырос. Очаровываю, да? Так давай лети. Я все помню, это было, и это есть. И прятаться больше не в чем. Держи меня крепче, направляй меня своей рукой. Защити, что там, а собою от полнолуния. Я готова быть ведомой тобой. Чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Направляй меня своей... А, половину только. Рукой. Заслони собою от полнолуния. Я готова быть ведомой тобой. Чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот так и говорили без жены ходи на игры. И тут все начали смотреть на тебя. Hello. Все? Что происходит? Вас. Я говорю, ребята, очнитесь. Алло. И тут корабль вздрагивает. Господи. Вам необходимо кинуть 20-гранник проверка ловкости, чтобы узнать, устояли ли вы на ловкости? Ногах. Ой, хорошо. Че, 20-гранник? Угадайте, кто за бортом. Ой. Ну вы все хороши, так, я не в говне. Так, мне проще здесь смотреть. Ну, пока что да. 8, 6, 11, и бог этой тусовки 7! Господи Иисусе, да, дайте мне трехгранник, там больше все равно не будет. К сожалению, на ногах из вас никто не устоял, но и за борт не выпал. Спасибо, и на то. То есть мы шлепнулись просто на жопке. На корму. Да? Так, это обидно. И тут вы видите, как рука... поднимается за бортом. Чья? Какая рука? Какая? Женская. А, добрый вечер, девушка. Так, здесь я одна женщина. На корабль уйди. Вылезает красивая сирена. У нее... Так это сирена, не русалки. Она с рыбьим хвостом или без? Без. Я... Блин. Ну, нет. Мать, ты проиграла, сорян. Там просто голая красивая женщина. Что и делать? Говорит вам. Что говорит? Вы ага. Сейчас либо сдаетесь. Либо что? Либо я вас заставлю. Говорит, либо я согласен. Сдаемся для чего? Ну как, для чего? Мы вас утащим на дно, и вы будете с нами там жить. Ну короче, я стреляю в нее из мушкета. Кей, на попадание. Либо вы сдаетесь, либо... И сразу выстрел. И в итоге... О, 13. 13 и плюс... Ловкость. По-моему, 14. Всего 14. Ты попадаешь в сирену. Кидай на урон, да? Десятигранник. 8. Плюс что-то? 8 плюс 3. Всего 11 урона. Сирена падает с простреленной головой за борт. Удивительно, что ее просто вот... Красиво. Вот и поговорили. Все остальные сирены, которые просто высунулись из воды, видят это непотребство, которое вы сотворили, и начинают карабкаться на корабль, дабы... Ё-моё! Полакомиться вашим свежим мясом. Давай реально я накурю весь корабль. Сколько сирен вокруг? Подождите, мы рядом с островом. Несколько десятков. Блин, у меня есть ярость зверя. Я могу ее включить, чтобы справиться со всеми. Ля, какой ты тигр, давай. Ты действительно хочешь это сделать? Больше не остается ничего. Остается много всего. Массовый удар есть у кого-нибудь просто? Нет. Просто... У меня есть массовый удар. Огненный дождь. За пазухой такой, типа, я просто извиняюсь. То начнется великое место. Это слишком сильная магия, тебе придется спеть песню. Растущая влажность. Барометры, наоборот, падают. И если верить всем приметам, пора выходить на улицу. Потому что сегодня в первый раз вечером, где-то примерно в 10:30, в
впервые за всю историю с неба будут падать мужчины. Все вместе! Мужицкий дождь! Аллилуйя, мужицкий дождь! Эй, эй, мужицкий дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Эй, эй! Капли не попали на вас, но зато они убили всех сирен и разломали корабль. Потому что это огненный дождь. Ну ничего. Я предлагаю дать вам очко хорошечного действия за такую хорошую идею. Ну я вообще... Нарисовали вообще-то. Солнышко. А почему так вот, вот так вот, вот он сломался вот? Давай я, смотри, слушай. Ну, потому что капли магмы, капающие с неба, давай я починю. Очень плохо влияет на дерево. Братан, не проблема, я могу починить. У меня есть магия природы. Это могу... корабль, а он весь прям вот? Он разбит достаточно сильно, но починить вы сможете его не на в полном острове. Объеме. Да. Хорошо, я хочу починить, хотя бы из него сделать какой-то такой плот. Ну, чтобы доплыть до острова, правильно? Ну да. Такой, знаете, вот такой корабль Юрия Лозы. Я думаю, у тебя получится это сделать с помощью определенных заклинаний. Вы можете мне подпеть тогда? Я не знаю, там если нет песни, давайте придумаем. На маленьком плоту. Давайте все вместе, пожалуйста, ну. Сквозь бурю нефти грозы. Знаю слов. Плот имени Юрия Лозы вдоль к острову плывет. Но мой плот где-то в Сургуте живет. Цветы из палок и лозы. Всем тем сиренам назло. Я чувствую, что не я колдовал. Короче, там, видимо, не очень приличный какой-то плот получился. Ну, плот получился не то чтобы большой, и практически вся команда пошла ко дну. В смысле? Я могу не плыть на плоту, я могу уже дышать под водой. Капитан остался с вами. К сожалению, капитан остался. Нормально, если что, съедим. Но вы медленно и печально на своем прекрасном плоту так. приближаетесь к... Четырехстихийному острову. Будь здоров. Будь здоров. Это название острова. Да. Безгласных. Оправдывайтесь. И вот вы видите прекрасный песчаный пляж, пальмы, плот пристает к берегу, и кажется, что наступает время для антракта. Антракт, господа! А вот и имена самых невероятных героев, благодаря которым этот выпуск смог увидеть свет. Наша команда от всей души благодарит наших спонсоров с планеты.ру. Вы навсегда останетесь в истории «Хвоста дракона». А если ты, наш новый путешественник, хочешь помочь созданию нашего шоу, то переходи по ссылке в описании. Тебя там ждет много сюрпризов. Игровое, много юмора и дичи, и гостей там много-много, приключений и песни. Это хвост дракона, наш рослый, полурослый, тот же салец, гордый хоббит. Он каплю сумасшедший, он без башни, каждый образ, все безумнее другого.